В каком он был состоянии? Нормально, ну, адекватно все понимал. Я у него спросил, зажало что-то, он говорит, нет, ну, рука что-то, и за грудную клетку держался. Двери дернул, двери заклинило. Я начал его доставать, загорелась с правой стороны машина, я его через окно вытянул, и потянули туда. То есть, когда ударился, отлетела, она еще не горела, да, машина? Нет, она загорелась уже в тот момент, когда начали доставать его, и она загорелась. Мы слышали, выхлоп был, наверное, колесо стрельнуло, кидануло его в стол, и вот результат весь. Ну, близько 11:20 отримали виклик ДТП з потерпілими. Прибувши на місце, було виявлено, що автомобіль горить. Потерпілого витягнули з авто ще до нашого приїзду. В нього вивих руки, забрала карета швидкої допомоги. За попередніми даними, в машини лопнуло колесо, вона врізалась в цей стовп. Звернула сюди, загорілася, почала горіти. Водій сам був? Водій сам був. Стан не дуже тяжкий його? Не можу сказати, але в свідомості. Тобто, це так. Він вам сказав уже, що лопнуло колесо? Так.